Для меня Грузия мало родина. И Грузия на это прекрасно знает. У нас прекрасные отношения с медиа, с людьми и так далее. А еще партия, меньше мотивировалась Россией, у нас все так хорошо. И внутри страны, и в Армении. Тем не менее, мы понимаем, что там оппозиция уже вступилась, она предлагает начать войну, потому что они имеют все шансы. Но... No! God, please, no! No! No!